Всех с открытием. Ловите рыбу, любите природу, приучайте своих детишек. Главное, берегите природу. И она вам скажет спасибо. Привет всем подписчикам нашего канала. Сегодня у нас радостный день. Едем мы сегодня с вами на открытие рыболовного 2017 года сезона. Сегодня у нас 10 июня. Завтра у нас будет воскресенье. И с 0 часов завтрашнего дня будет разрешена в средней полосе России рыбалка на все законные снасти. На спиннинг, на лодку, на кольцо. С лодки можно будет ловить. Ну, то есть все законные виды ловли будут разрешены с завтрашнего дня. Сегодня мы едем. Любезно нас пригласили наши товарищи. Это клуб «Фион» Рязанской области. Вот, ребята уже там, с утра разбили лагерь. Вот, три или четыре года с ними я дружу. Езжу по возможности, стараюсь на всех выходы на рыбалку, на их сборы. Вот. Компания подобралась отличная. С каждым годом все больше и больше народу присоединяется к их клубу. Вот. Так что ждет нас интересная рыбалка. Все это вы увидите в дальнейшем репортаже. Как все это происходило. И еще раз поздравляю всех рыбаков с открытием 2017 года сезона. Больших трофеев вас. И самое интересное будет только впереди. Все, удачи, смотрим репортаж и радуемся. Ну что, вот мы подъезжаем на место нашей рыбалки. Место находится недалеко от города, всего лишь минут 20-30 езды. Вот. Вот уже видим большой разбитый лагерь. Кто-то уже обкатывает лодки. Ну все самое интересное, вон там, смотрите. Ну вот, завели. Накачали мы лодку. Пробуем. Проверим, в каком состоянии у нас движок. Чтобы завтра не попасть нам просак рыбу. Попытка номер два, ребят. Забыл чеку. Пришлось вернуться.
рыбалки в лагеря. Вот такой вот катерок Фионару. А вот чара 62. Кто чем занимается? Кто уже ловит рыбку? Кто полян накрывает, навесы делает? Кто обсуждает завтрашние планы? Кто обкатывает лодки, кто катается? Вот такая вот красота, ребят. Занимайтесь рыбалкой. Вступайте в клубы, организуйте свои клубы. Много детишек у нас. И на лодке детишки катаются, рыбку ловят. Так, ну вот лагерь я показал. Вот наш скопинский друг Павел ловит на фидер. Приехал вчера, да, Паш? Да, вчера. Красота. Погода, ребята, просто шепчет. Водичка ровненькая, ветра нету. Вот. Сейчас давайте посмотрим у него, какой он там улов. Течение большое. Вот, большое течение. Вот, ребят, чухонька. Если видите. И такая калинка, да? Калинка. Вот. Все равно из нуля хорошо посидеть. Да в такую погоду посидеть-то. Прекрасно. Вот так катаем детишек. Подрастающее поколение рыбаков. Вот у нас Макс сегодня подрядился, детишек катает. Так, ребят, про мотор. Прошли мы обкатку. То есть 8 часов. Сначала 4 часа у нас тарабанило. Ну, видео увидели. Сначала бочки обкатывали, потом на речке. Вот. Сейчас спустил я на воду перед открытием. Посмотрел щуп. Вот. Масла у нас маловато. Придется нам его подлить. Все это делается элементарно. Вот леечка в комплекте шла. Шлангом нарастили, чтобы не соскакивало. Наливаем аккуратненько. Так что проверяйте масло в ваших движках после обкаток. И вообще, перед каждым выходом на воду не ленитесь. Держите с собой масло в редуктор, масло движка. И не ленитесь. Спустили, посмотрели уровень, какой у вас. Куда? Да, вон. Вон. Взять максимум сейчас. А вот тут я за борт упаду и утону. Держись крепче за веревки. Держись. Во, во, вот так вот. А вот здесь. А вот здесь. А вот без него. Сами как-нибудь.
Вот рука. Сейчас я посмотрю, где ты нашел. Ну, так, мяса на шашлык, говорят, хватит. Вообще прям оштает. Прям вот растаял во рту. Это, на карася-то привозил, я тоже прям это... Ой, на уклейку. Вообще прям это... Растаял, я что прям кинул даже это. Зубами ты ничего не сделал. Вообще шикарно. У нас тоже доски нет произвольно, но... Нет, я им говорю, что два дня должен. Они говорят, раз удастся. Вы прекрасно выглядите, я хочу вам сказать. Вы нас узнаете? Да я что подумал. Уже хорошо. Да. Ну да, у нас с каждым годом это женщин все больше и больше. Нет, больше и больше. Эмансипация, батенька. Отлично. Запоминай, Сань. Ага. А то ведь не вспомнишь, правда. Стыдно будет. Приехали к нам девушки на машине с лодкой, мотором. Нос сколько давления? Нос там все больше вот этого. Нос сколько давления? И тут девушка, которая будет... Такой же. У меня 2,5, 2,7, 3. 2,5, Олег, не средний, 2,5. Который будет с вами ходить на лодке. Нос 2,7, 1,3. Это вот, ребят, женская команда у нас. Три девушки. Вот три девушки. Две даже. На своей лодке. С мотором. Не, ну как бы не жалуюсь. А он же нульцевый, да? Да вообще лодка нульцевая, это все первый раз. Не, сейчас обкатывать его? Не, не первый раз. Не первый раз? Дома раз уже надували. Нет, а мотор обкатывали, нет? В ванной, в туалете. Вообще нуль. Правда, говорит, бачок выбивает постоянно, говорит, когда газуешь. Надо еще обкатывать мотор. Сейчас они вам нахимичат. Они да. Вот это. Они да. Ты видел чеку такую? Помоги, надо, парень. Куда его? Куда его такая? Смотри, красная фигня. А бага этого бага. Или красная фигня, это, наверное, может этот, страховка. Бак. Бак, лягушка. Вот, ага, вот. Не-не, вот спереди у них. А двухтактный движок, двух, да? Ну, нет, воронка залить так это. Бензин-то есть? Да, бензин есть, масло есть. Сейчас. Вот это что за херня? Пропорт. Скажи мне, карабин. Между это как вот это. Да. Пропеллер не падал на землю. Я думаю, что все новое. Лодка новая, вот. Дальше мотор новый. Вот, вот он, мотор должен пристегивать. Куда вы его? Мотор, чтобы не ушел. Вот сюда надо, надо пристегнуть его. Да, 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 Олег. Да если нет, мотор упадет, чтобы он повис. Там пластмассовый? Нет, 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 я имею в виду вот за эту штуку. Нет, нет, пластмассовый, нет, все. Там пластмассовый два карабина. Но мне, это ЧК. Поверьте мне. А это что, сюда? Это, да, это ЧК. Я не знаю, куда это ЧК. Я первый раз такое вижу. А его. Там? Вот, вот, вот сюда вот оно стоит. Вот, вот сюда. Он у вас уже за это, за ЧК. Дай ЧК-то. На. Дай ЧК-то. На. Я еще клюю.
мотор заведешь, и через 15 минут как? А, вон! А, да, вот так он сдергивает, да, иглу, что вот. Все, к руке теперь привязываю. Это да, я что-то... Если в лодке выпадете, он вот этот... Да, я тебе покажу это, ну-ка, надо я такого не видел. В руке куда-то. Даже интересно, не, что... Или к с Меркурием просто никогда не общались. Вот Чикаго, да, ребят. Обалдеть. И у нас будет троллик. Подожди, а он куда это? Подожди, а если вот так, что, и куда? А, вот так. Вот, все он. Ну и туда. В канистре сколько бензина? 20. Все будет а как определить, сколько мы зальем сейчас? Да надо все заливать. Половину. Все. А там же это, нет, у них датчик вот есть, так? Стоит. Какой там датчик? Ну хоть он открывается. Да. Ну хотя бы. Вот так вот. Хоть что-то есть. А, она туда вверх. Мне надо все заливать в конец. Да. Один к 50. Ухожу. Это что, коричневый или он просто такой стал? Он а такой будет. Он такой он разваривается, ты короче. От спасибо. Морковки так, да? Да. Чуть-чуть виску. А чеснок ты выкинул? Да. Твою мать, ну зачем? Надо огню еще дать поесть. Я вообще сейчас чеснок. И вот яхты ходят у нас. Давай, у нас чай есть! Как здорово! Сегодня мне скажи, как здорово! Похоже на это, на том же. Ребят, у вас прям над лодкой ниф прям горит. Вы там то парню поможете, то девчонка. Сейчас сто пудов, сейчас что-нибудь поймаете хорошее. Ну вот, уважаемые подписчики, такой вот у нас был первый день открытия сезона, первый день рыбалки. Закончился у нас нерестовый запрет на выловлю рыбы. Вот. Открывали сезон мы вместе с клубом «Пион» Рязанской области.
Что я хочу сказать по рыбалке? Рыбалка у нас не удалась ни у кого. Конкретно по рыбе ловили на отводной окуне. Щуки не было, судака не было. Я ловил с товарищем, было у меня пару поклевок. На одной поклевке меня откусил виброхвост. Вот. На другой поклевке были маленький тройник, не получилось мне засечь. Вот. Ну и третий удар был просто мимо. Пытался я сегодня троллить, ничего не вышло. Вот. Товарища привез обратно в лагерь. Он остался, я поехал троллить. Троллил от полтора до 6 метров глубины. Ставил разные воблеры. И тоже, увы, к сожалению, ничего не поймали. Так что вот такое вот открытие сезона у нас получилось. Вот, замечательно вчера посидели, отметили это дело, потравили байки, порассказывали, кто на что собирается ловить, кто на что ловит. То есть настроение было хорошее. Да и сейчас настроение, несмотря на то, что ливень сильный, настроение замечательное. Сейчас дождемся, когда кончится дождик, и будем собирать лодку. Будем собираться домой. Ну вот, смотрите наш канал, самое интересное у нас только впереди. Всем пока, ставьте лайки.